Почти 3000 жителей региона приняли участие в онлайн-опросе «Положение женщин в Югре». Специалисты окружного департамента социального развития Центра «Открытый регион» решили изучить социальное самочувствие и благополучие женщин в округе. За месяц на вопросы анкеты ответили 2829 человек, причем 97% из них – представительницы слабого пола. Так, без малого 70% респондентов никогда не сталкивались с ущемлением прав и дискриминацией на рабочем месте. 60% сошлись во мнении, что в Югре женщины и мужчины имеют равные возможности для продвижения по карьерной лестнице. Тем временем, согласно опросу, актуальными остаются проблемы в других сферах жизни. Участники анкетирования акцентировали внимание на неравном распределении домашних обязанностей, разнице в оплате труда мужчин и женщин, а также на проблемах домашнего насилия.